совместно с вами за оставшееся время до конца 2017 года необходимо: первое, снизить уровень безработицы; второе, увеличить заработную плату работников предприятий; третье, отчитаться в уровне статистики по уже привлеченным инвестициям и вести в эксплуатацию 9600 квадратных метров жилой площади. У нас будет уровень регистрированной безработицы, за январь-сентябрь 2017 года крупными и средними предприятиями города и района обнаружено товаров собственного производства на сумму более 5 миллиардов рублей, что ниже аналогичного периода прошлого года на 11%. Построено за это время 7 многоквартирных домов. Также по линии капитального ремонта, по программе капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений в Республике Татарстан проведен капитальный ремонт двух детских садов номер 27 со смертной стоимостью 21 567 000 рублей и детский сад номер 21 со смертной стоимостью 19 461 рубль. На следующей неделе останки одного солдата приедут в Казань, поселок Южино, Зеленодольск, будут захоронены рядом с останками супруги. Спасибо.